В этой серии «Шоссе через ад». От 40 до 75 сантиметров. Сильнейшая буря на моей памяти. Самая скверная ночь в году. Боже, какой ужас. Боже. Превратилась в сущий кошмар. Закрыта на неопределенный срок. Когда груз метанола, огнеопасно. Вытекает? Изолировал водителей в лавиноопасной зоне. Давай, давай! И плохой день стал еще хуже, когда кто-то повредил ротатор. Боже мой! В суровых горах на северо-западе Тихоокеанского побережья проложено уникальное шоссе. Какихалла является собой чудо инженерной мысли. Но когда погода портится, берегись! Грузовики гибнут, как в Бермудском треугольнике. Движение здесь поддерживает целая армия людей и техники. Заблокировать шоссе – это как кислород перекрыть. Последние линии обороны. Джейми Дэвис в пути. Становится армада уникальной аварийно-спасательной техники. Ведь перекрывать шоссе недопустимо. Джейми. Кевин. Адам. Брэндон. Сэмми. Кен. Брюс. Скотт. Горд. Шоссе через ад. Только что слышал прогноз. Похоже, нас ожидает сильная метель. Синоптики только что предупредили о надвигающемся снегопаде. От 15 до 45 сантиметров. Думаю, на горе будет до 60. В Тихом океане разыгралась сильнейшая буря. Там выпадут все 75 сантиметров. Легко. И она скоро накроет шоссе Какихалла. Предупреждают об ухудшении погоды на 5-м шоссе. Что ж, зима пришла. Готовьтесь надевать цепи. 10-й слушает. Поступило штормовое предупреждение. Сильный снегопад. Вас понял. Шоссе обслуживает компания VSA и следит за состоянием дорог. Майк, нам понадобится подкрепление. Я уже всех обзвонил, мы выезжаем со станции в 10. На сервисной станции VSA были задействованы все работники для подготовки к буре всего возможного оборудования. Все готово. Флотилия снегоуборщиков, пескоразбрасывателей и комбайнов расчищает дороги от заносов. Осталось только избежать непредсказуемых неприятностей, которые сопровождают любую крупную бурю. Высоко в горах страшно метет. На Смешере несколько фур не могут подняться на самый крутой участок склона. Как только они замедляются или останавливаются на крутом подъеме, они застревают. Из-за буксующих грузовиков возникла пробка, и техника VSA не может продолжать уборку падающего снега. Если дорога забита, мы ничего не можем поделать. Вот и он, зеленый гоблин. Но один парень оказался в нужном месте в нужное время. Это давний конкурент Джейми, Эл Квайринг. Дорожные службы хотят, чтобы я убрал их с дороги. Этим я и займусь. Кто снаряжен должным образом, ездит без проблем. Сначала назад? Нет, я тебя так дерну. Это простой случай. Раннее начало рабочего дня оказалось очень кстати. Очередной день в раю. Я даже не знаю, что происходит на первом шоссе или других участках. Здесь полно работы. Вот это да! Это будет нечто. Если что-то препятствует потоку машин, большой зеленый эвакуатор приедет, поднимет своей сверхмощной лебедкой и в два счета уберет помеху с холма. Когда тронемся, переключайте передачи. Он удивлен, что команда Джейми до сих пор сюда не добралась. Не знаю, где они, я их не видел. Даже странно. Наверное, спят еще. Или кексы пекут. Точно, кексы. Сидя у себя на станции, Джейми Дэвис уже два дня наблюдает за тем, как буря набирает силу. Уже начинается. Ежедневное скопление от 40 до 75 сантиметров. Сильная метель. Возможно, самая крупная. Сильнейшая буря на моей памяти. Но сегодня Джейми никуда не поедет. У меня закончился 5-летний срок действия водительских прав.
До меня дошло в последний день, что нужно обновить права. Сегодня они мне нужны позарез. Все это очень не вовремя. Только что поступил сигнал об аварии на шоссе. Ему пришлось отдать ключи от ротатора Скотту. Прежде чем что-то делать, нужно дважды проверить. Не хотелось бы попасть в аварию на блестящем тягаче. Едем по льду, а температура всего минус 3. И это нехорошо. Мы возле эстакады, ты нас увидишь. Кен вызвал подкрепление. Вперед! Джип врезался в фуру. Водителя джипа забрали в больницу. Не думаю, что фуру придется буксировать. Скотт оказался не нужен. Авария оказалась менее серьезной, чем предполагалось, так что... Давай, давай! Но он не переживает из-за нехватки работы. Когда выпадает под метр снега, заказов будет более чем достаточно. На высокогорных участках шоссе метель усиливается. Снегоуборщики еле справляются. Придется несколько раз ездить. Быстрее очищать не получается. Можно проехать по дороге, а через 15 минут там снова сугробы. Здесь снег скапливается с невероятной скоростью. Пока снегоуборщики воюют со снегопадом, Джейми застрял в офисе и ведет войну с бюрократией. Начались увлекательные поиски врача. Это дурдом. Добро пожаловать в медицинскую службу. Прослушайте пункты меню. Я не могу продлить срок действия водительских прав из-за медосмотра. Я не могу найти врача. Невероятно. В Челиваке есть поликлиника? Да. В Хоупе никто не может провести медосмотр, поэтому придется ехать в Челивак на прием к врачу. В то время, когда Джейми отправился в часовую поездку в противоположном направлении, буря начала набирать полную силу. Сколько бы песка мы ни сыпали, его моментально заметает. Снегоочистители с одним ковшом проигрывают битву с матерью природой. 50 сантиметров. Но в этом сезоне VSA обзавелись новым орудием. Они называют его прицепным снегоуборщиком. Ковш длиной 8 метров. Это крупнейший образец снегоуборочной техники на шоссе. Мы чистим сразу от обочины до обочины. Этот огромный снегоочиститель может обрабатывать 2,5 полосы за один проход. Я выполняю работу 3 обычных снегоочистителей. Его прицеп управляется компьютером и способен ехать боком, благодаря чему охват увеличивается более чем вдвое. Если мы расчистим дорогу, люди благополучно доберутся до места назначения. Итак, плюс 1, да? Злоупотребляете алкоголем или наркотиками? Нет. Проблемы с психикой имеются? Со спиной, суставами? В общем, нет. Только живот великоват. Я не вижу причин не допускать вас к работе. Значит, теперь я могу заскочить к ним в офис и вернуться в строй. Спасибо вам. Благодарю. Есть. Возвращаемся к работе на шоссе. Кокихала зовет. Слушаю. Через 5 минут ему позвонили с места аварии. Что там? Одна фура сложилась и лежит в канаве с грузом досок. С другой стороны фура с метиловым спиртом, и он вытекает. Еще и вытекает? О, нет. Да. Адам уже направляется к месту аварии. Какой кошмар. Вернувшись на станцию, Джейми переоделся, но перед выездом его попросили зайти в мастерскую. Рик? Невероятно. Один из его тягачей был поврежден. Скотт задел его ротатором. Почему он поехал на гору без цепей? Он ведь не новичок. Поверить не могу. Слов нет. Обидно до слез. Это обойдется в 10 тысяч долларов. Бампер 1000, решетка. Он только прибыл из мастерской. Свежевыкрашен. Весь капот поднят. Это чертовски угнетает. Все, я на вызов. Не могу на это смотреть. Это новый фонарь? Невероятно. Его ротатор все еще на горе.
Придется выехать на старом генерале. На станции остался только один тягач, старый пятизвездочный генерал, который он приобрел для Скотта. Садись и вперед! Ладно. За рулем моего эвакуатора Скотт, мне придется работать на старом, пока Скотт резвится. Сегодня утром Скотт должен был заменить сломанную фару. Почему эта штука не работает? Фары не горят. Вот они. Мне выезжать надо, а фары в коробке. Я тут ни при чем. Почему я должен сейчас менять эти чертовы фары? Почему приходится заниматься этим в снегопад? Почему это должно было случиться именно сейчас? Ладно, поехали. Какое наслаждение, генерал. А где ротатор? Мы должны сейчас быть на нем. Жуть. Вторая щетка не работает? Нет. Авария двух фур произошла на первом шоссе в 20 минутах езды от Хоупа в хорошую погоду. Но сегодня слишком скользко, и затор почти не движется. Почему все стоят? Никто не едет. Надо включить рацию и послушать эфир. Что там в каньоне? Закрыто на неопределенный срок. Из-за повышенной угрозы лавин. Специалисты по лавинам закрыли шоссе. Они предупреждают, что здесь опасно находиться. Но в то же время нам нужно ликвидировать последствия аварии. Так что дорога закрыта, но не для нас. Боже, какой ужас! Из-за опасности схода лавин, первое шоссе перекрыто. На повороте скользко. В 10 километрах вверх по склону авария двух фур перегородила объездной путь в обоих направлениях. Кузов пробит. Значит, неизвестно, есть ли утечка. Адам прибыл на место и обнаружил доски по всему шоссе и полуприцеп, продырявленный в результате аварии. Автопоезд потерял управление на льду и задел стоящую фуру, водитель которой остановился, чтобы намотать колесные цепи. Оказалось, фура загружена канистрами с токсическим метанолом. Риск очень велик. Это крайне огнеопасное и токсическое вещество. Метанол тяжелее воздуха, так что утечка может скапливаться на земле. Я прочитаю описание. Может быть смертелен при вдыхании, попадании внутрь или на кожу. Крайне огнеопасен, легко возгорается. Значит, утечка точно есть? Вещество токсично, нам остается ждать допуска к работам. Через 15 минут прибыл генерал. Вот это завал. Какой вес груза? 20 тонн метанола. Утечка есть? Не думаю. В таком случае мы были бы уже мертвы. В боку прицепа была большая выемка. Это могло представлять серьезную опасность для всех. Задняя дверь закрыта, и осмотреть состояние груза можно только через дыру в кузове. Вижу одну бочку, но она цела, ее явно задело. Поврежденных канистр не видно, но в целях предосторожности Джейми хочет отбуксировать прицеп подальше от своих ребят. Но вперед двигаться нельзя. Прицеп не получилось отбуксировать вверх по склону, потому что он застрял в том месте. Цепей на колесах не было. Дорога была слишком скользкой, так что единственный вариант – это задний ход. Если начать просто тащить фуру, может начаться неконтролируемое скольжение. Чтобы сохранить управляемость, Джейми использует творческий подход. Мы можем поставить сюда тягач Адама с подъемником. Он может зацепить и приподнять заднюю часть, чтобы она не скользила. Мы можем вместе с ним спуститься в ложбину и вывести ее отсюда. Хорошо? Теперь он подъедет ко мне сзади, к этому прицепу, и будет помогать мне при спуске. Готово? Порядок? Я готов, включаю заднюю. Дорогу! Он сдвинул ее с места. Давай еще. Он отпустил тормоза. Я тоже, и мы скатились со склона в сцепке. Отпускаю. Соскальзывает. Держи, держи.
Без цепей прицеп начал боком скользить по склону. Он толкает меня на ограждение. Давай еще. Выходит. Идем четко назад. Давай, давай! Метанол безопасно отбуксирован. Но теперь снег превратился в дождь, и опасность лавины возросла. Снег намокает и сходит со склона небольшими частями. Не хочется, чтобы кто-нибудь попал под него. Смотрите, какой лед. Снег скатывался вниз, мы слышали хруст веток. Я просто хотел скорее убраться оттуда в безопасное место. Полиции необходимо скорее открывать дорогу и убирать машины из лавиноопасной зоны. Даже небольшого снежного обвала достаточно, чтобы перевернуть легковой автомобиль. Если не открывать, то надо хотя бы по возможности начать расчищать дорогу, хорошо? Но они не смогут открыть шоссе, если с него не будут убраны доски. Нужно убрать отсюда этот лес. Это главное. Это очень тяжелая древесина. Здесь нужен снегоуборщик, но дорога закрыта из-за угрозы лавин. Уборщик не пустят. Мы тоже в опасной зоне, но нам деваться некуда. Нам нужен был погрузчик, который мог просто расчистить шоссе от досок. Но нам пришлось действовать с тем, что у нас было. У них был Кен с безбортовой платформой. Подгони сюда платформу и попробуй затянуть. С помощью лебедки Кен подтягивает связки досок. Тащи, тащи! Он вывозит их в безопасное место. Но он может перевозить только по одной связке за раз. Я занят, очень много дел. Долгая, кропотливая работа. Все устали и замерзли. Льет дождь, ноги промокли до нитки. Они чуть не плакали. Все эти крепкие мужики внезапно расклеились. С нас хватит, мы хотим домой, к мамочке. Казалось, ситуация хуже некуда. Но тут появился Скотт на поврежденном ротаторе. Я сказал Джейми, что немного ударил его тягач, предложил вернуть его на станцию. Он сказал, нет, продолжай, сейчас ничего не изменить. Покажи, что ты ударил. Здесь? Боже мой! Ты смял весь кузов. Когда видишь свой тягач, за который ты совсем недавно заплатил $729 000, а на нем огромная вмятина, это приводит в уныние. Это угнетает. Когда Джейми так отреагировал, я был готов сквозь землю провалиться. Под угрозой лавины оказались десятки застрявших машин, и разбираться с ротатором придется завтра. Ночь будет долгой, если мы вообще доберемся. Сейчас им нужно снять наполовину груженный автопоезд с бетонного ограждения. Давайте уберем отсюда эти бетонные блоки. Попробуем вытащить, они все держатся на одном тросе. Бетонные блоки соединены стальным тросом. Джейми считает, что, потянув трос, все блоки последуют за ним. Но не тут-то было. Трос лопнул. Теперь эти блоки не за что зацепить. Теперь придется поднять кабину с прицепом над заграждением. Будет довольно проблематично поднять так высоко. Он довольно тяжелый. Сам тягач весит 7 тонн. Но еще и автопоезд придавил его к канаве всем своим весом. Спускай! Еще, еще, еще! Все, хватит! Сэмми зацепил цепь за разбитую кабину, чтобы поднять ее. Хорошо, можно начинать. Поднимай. Адам? Он не может сам ее поднять. Нужно, чтобы ты взялся за прицеп. Я поеду развернусь. Очень тяжелый случай. Нужно перенести обломки через ограждение. Вес очень серьезный. Адам занимает позицию, и они подводят еще один трос к раме прицепа. Этот автопоезд очень тяжелый. Очень.
Адам поможет поднять эту часть, чтобы можно было перенести ее сюда. Нормально. Лучше отойти. Аккуратно. Может, сменишь угол? Выдвини стрелу. Так держать. Выходит. Вот так. Они сняли машину с бетонного ограждения. Неплохо сработало. Занимаем исходное положение. Теперь нужно убрать грузовик с дороги. Видишь искры? Но как только Скотт начал буксировать, посыпались искры. Аккумулятор соприкасается со скривленной рамой. Короткое замыкание проводки. Может начаться пожар. Нужно снять аккумулятор. Крепление согнуто, и аккумулятор не достать. Они решили применить грубую силу. Он просто сорвет его. Думаю, пойдет. Больше не искрит. Давай. Скотт подтягивает автопоезд вперед, чтобы можно было его отбуксировать. Ладно, заканчиваем и едем отсюда. Все, хватит, достаточно. Все, пора сворачиваться. После напряженной борьбы обломки наконец убрали с дороги. Застрявшие машины наконец могут убраться из лавиноопасной зоны. Но настроение у ребят не праздничное. Авария с досками – один из тех случаев, которые заставляют задуматься над поиском другой работы. К утру бригады VSA убрали более чем полуметровый слой снега, и дороги снова стали черными. Но весь этот снег куда-то нужно девать. Сугробы выше кабины грузовика нужно расчистить и освободить место для следующего снегопада. На данном этапе снежные наносы стали слишком высокими. От этого снега можно избавиться только с помощью комбайна. Но комбайны VSA не были рассчитаны на крутые склоны горного шоссе. Они предназначены для расчистки аэропортов, а не шоссе. Нужно как можно быстрее убрать снег от дороги до следующей метели. Потому что зима еще не закончилась. Нужно глушить. В комбайн попала колесная цепь, слетевшая с фуры. Поломку можно устранить только в мастерской. Как только один починим, приезжает второй. Пока что в распоряжении VSA остается один снегоуборочный комбайн для расчистки более 200 километров снежных наносов. Мать природа всегда побеждает. Можете бороться сколько угодно, но вам не победить. На станции у Джейми хватает своей головной боли. Нужно организовать ремонт двух тягачей, которые вчера повредил Скотт. Скотти въехал в мой тягач, помял переднее левое крыло. Ты можешь прекрасно справляться со своими обязанностями, все успевать и гордиться собой, но в мгновение ока все может полететь к чертям. Помял заднюю часть коробки. Ущерб 10 тысяч. Когда видишь такие повреждения на машине, за которую ты только что успел выплатить почти 730 тысяч, тяжелое чувство. Не будем об этом. Я за все заплачу полностью. Если заплатишь, я отремонтирую. От Скотта одни неприятности. Он приносит мне не прибыль, а убытки. Я начинаю задумываться. Что-то не складывается у нас с ним. Но не только Скотт доставляет Джейми головную боль. Мне сказали позвонить эвакуаторщикам и поинтересоваться, как буксировали мой тягач. Я сказал, ладно. Вчера Брюс выполнял рутинный заказ постоянного клиента и каким-то образом умудрился повредить его машину. Без проблем, я узнаю. Хорошо. Спасибо, Пол. Пока. Давай.
Просто невероятно. Это может обойтись в 15 тысяч долларов. Последние две недели Джейми старался убедить Брюса пересесть на легкий эвакуатор. Ему нужно немного сбавить обороты и выполнять работу полегче. Но пока что Брюс отказывается отдавать свой мощный тягач. Я сказал ему, что это чушь собачья. Я предложил ему работать на легком эвакуаторе, а он попросту послал меня куда подальше. Так что выбора нет. Слишком велик, старик. Ты зачем снимаешь номера? Понятия не имею, Брюс. Я делаю, что говорят. Брюс, пойдем в комнату отдыха, поговорим. Последней каплей для Брюса стал звонок от клиента, который пожаловался на ущерб в размере 15 тысяч долларов, который мне придется возместить. Есть неприятный разговор. Ты буксировал тягач с закрытыми в кабине ключами. Они позвонили и сказали, что ты нанес машине ущерб в размере 15 тысяч. 15 тысяч долларов, Брюс. Это огромный удар по нашему бюджету. Ясно. Я не знаю, что происходит, но такое впечатление, что ты сам не свой. Понимаешь? Согласен, я слабею. Брюс, мне тяжело тебе об этом говорить. Я ужасно тебя люблю, но думаю, тебе пора на пенсию. Правда. Тяжелый день. После тяжелого дня наступила тяжелая ночь. В 2:30 утра поступил вызов. Сейчас мы едем спасать перевернувшийся рефрижератор в Литтоне. Задание может быть не из простых. Дорога похожа на сплошной черный лед. Посмотри на этого лихача. Черт возьми, тут просто страшно находиться. Вцепился в руль и только держись. Да, лежит на боку. Вошел в поворот. Тягач и прицеп начали складываться. Прицеп развернулся на 180 градусов и вылетел в кювет. Фура в довольно хорошем состоянии, но она лежит на боку. Повреждений почти не видно, кузов немного изогнут. Что с кабиной сказать трудно. Груз – мясные деликатесы на 250 000 долларов. 16 тонн груза давит на стенку, и она прогнулась. Если начать тянуть прицеп, кузов может проломиться. Внешне грузовик был практически цел. Нужно было лишь поставить его на колеса, и он еще будет бегать. Джейми считает, что ему удастся совершить чудо аварийной помощи, спасти грузовик, чтобы тот мог ехать дальше с невредимым грузом. Я около 15 минут осматривал фуру, и мне в голову пришла идея. Здесь нужна воздушная подушка. Поэтому мы решили ничего не трогать до утра. Вы не против, если мы проделаем это утром? Я останусь здесь. Делайте, что хотите. Меня беспокоит только неустойчивость тягача. Понял? Если вы его зафиксируете и останетесь до утра, я не против. Хорошо. Кабина висит на двух колесах. Если она перевернется, прицеп может сломаться. Зацепим тросом для поддержки, в целях безопасности. Это его требование. И тогда я смогу залезть внутрь? Да. Хорошо. Мне главное достать оттуда песика. Падение в канаву стало для него большим потрясением. Он здорово испугался. Фура, груженная мясными деликатесами на 250 тысяч долларов, лежит на боку. В кабине сидит напуганный пес водителя и просится наружу. Мне главное достать оттуда песика.
Водитель не сможет добраться до любимца, пока кабина не будет зафиксирована страховочным тросом. Все. Теперь кабина в безопасности. Держусь, я на колесе. Сейчас открою. Хороший пес. Спасибо. Иди ко мне. Держу. Порядок? Спасибо. Пожалуйста. Собаку достали. Кто-то должен остаться с машиной. В ней дорогой груз мяса. Так что мы с Сэмми сегодня заночуем здесь. Пора спать. Сэмми, спать идешь? Да. Ладно. Я устал. А ты? Да. Ты до сих пор не постелил? Джейми проснулся пораньше, радуясь возможности исполнить идеальную эвакуацию. Есть вероятность, что парень поедет домой своим ходом. Для нас это святой грааль эвакуации. С другой стороны, если мы справимся плохо, дурная слава разлетится гораздо быстрее доброй. Моя репутация зависит от подобных работ. Повредив ротатор, Скотт впал в немилость. Я сам на себя злюсь из-за этого случая. Он надеется, что сегодня сможет искупить вину. Адам прибыл первым и начал пародировать Скотта. А нам вообще нужны эти воздушные подушки? Малейшее движение, и стенка сломается, ее нельзя так поднимать. Кто так говорит? Скотт, так и сказал? Да. Черт, зарплата и до свидания. Это-то зря, тогда у нас вообще никого не останется. Думаю, тебе стоит с ним поговорить, узнать о его планах. У меня уже есть на него планы. Эта история со Скоттом не выходит у меня из головы. Как раз в этот момент подъехал Скотт. Довольно просто будет поднять подушками. Катастрофа ходячая. Не закрыть. Оставьте гач в покое, ты ему не нравишься. Вместо лебедок Джейми использует воздушные подушки. Надувные подушки помещаются под кузов, и нагрузка распределяется на большую площадь. Остается надеяться, что тяжелый груз не проломит хрупкую стену прицепа. Боюсь, я уже и не помню, как это делается. Скотт десятки раз проводил подъемы с помощью подушек. Да, ставьте туда, в канаву, чтобы я видел. И он решил, что в этот раз будет руководить процессом. Неси сюда. Но Джейми не собирается отдавать бразды правления. Поверни другой стороной и поставь здесь. В этой компании я отвечаю, если что-то случается или идет не так. В этом случае я должен контролировать процесс от начала до конца. Скотт решил хотя бы заняться компрессором. Ладно, заводи компрессор. Запускай. Ну же. Когда эта штука в последний раз была на техосмотре? Я постоянно этим занимаюсь. Не заводится. Я сейчас приду. Что, никак? А я пока разберусь с этим. Отлично. Остальные разгружают воздушные подушки. Подушки как большие ладони. Они плоские и охватывают большую поверхность. Эти подушки способны поднять 70 тонн. Мы могли бы поставить эту штуку на колеса с помощью наших лебедок, но мы не хотим, чтобы кузов проломился и весь груз высыпался. Подходи сюда как можно ближе. Нужно подсунуть как можно дальше в угол. Крути, крути. Еще поверни. Хотя сейчас груз и в равновесии, он может проломить эту стенку в любой момент. 17 тонн товара сосредоточены в одной части прицепа. Стенка может просто развалиться. Здесь борозда, я ее раньше не видел. Дай этот конец, пожалуйста.
Шланги подсоединяются к блоку клапанов, регулирующих поток воздуха в каждую подушку. Смотрите, чтобы подушки не выглядывали. Нужно равномерно распределять нагрузку. Если одна подушка поднимется, а другая нет, можно проломить кузов. Система низкого давления и большого объема обладает более чем достаточной мощностью для подъема этой фуры. Самое главное – правильно расположить подушки. Подушки выпирают сюда, нужно затолкать их глубже. Подушки изготовлены из прочного гипалона. Но, как и воздушные шары, чем сильнее они надуты, тем легче их порвать. Убери это деревце, убери его. По идее, все подушки должны надуваться одновременно. Но время от времени может возникать перегиб в шланге, и одна подушка может надуваться сильнее других. Нужно действовать особо осторожно. Надо следить за кузовом. Сейчас выравниваем давление. Чрезвычайно важный момент. Я пока остановлюсь. Хочу, чтобы Адам придержал заднюю часть. Я сейчас вернусь, ничего не трогайте. Груз очень ценный. Если нам суждено ошибиться, то пусть это буду я, ладно? Хорошо. Итак, подушки приподняли прицеп до своего предела. Остальную работу должен проделать эвакуатор. Перекинь это через верх. Скажи, чтобы поднял стрелу. Вместо цепей используют ремни, чтобы снизить нагрузку на хрупкий прицеп. Поднять стрелу? Разверни, чтобы натянуть. Ладно. Обычно они располагают краны прямо над прицепом, но в этот раз это невозможно из-за линий электропередач. Смотри, не задень провода. Если трос или стрела коснется линии с напряжением 69 тысяч вольт, любого, кто находится рядом с ротатором, может ударить током. Скотти, нет! Нет, убери подальше! Я вижу, так нормально. Нет, тебе не видно, ты совсем рядом с проводами. Стой! Джейми очень переживал из-за того, что я приблизил стрелу к линии электропередач. Держись подальше от проводов. Да, знаю. Скотт заметил важную деталь, после чего все вздохнули с облегчением. Это линии связи внизу. Три верхних провода электрические. Точно. Это были телефонные провода. Я знал, что они безопасны, и когда я сказал остальным, они успокоились. Да, совсем чуть-чуть. Нагрузка начала переходить на колеса, снимая напряжение с хрупкой стенки прицепа. Все нормально? Приближается критический момент. Подушки начнут выскакивать. Когда это произойдет, мы выключим компрессор, и остальное проделают эвакуаторы. Еще немного! Пусть еще пара штук выскочит. Пусть подушки выскакивают. Приготовься, уже скоро. Но потом идеальная эвакуация начала ускользать. Пусть подушки выскакивают, уже скоро! Когда приближается этот критический момент, когда фура должна перевернуться, мы все как на иголках. Очень скоро! Для полумиллиона долларов в виде грузовика и товара наступает критический момент. Колеса скользят по обледенелой дороге. Нужен гравий. И Джейми должен быстро решить эту проблему. Здесь есть гравий, нужно насыпать под колеса, чтобы не скользили. Он подсыпает гравий под колеса. Видели, как скользят? Если прицеп дернется, мы потеряем весь груз. Пан или пропал. Если прицеп упадет с подушек, стенка сломается, мясо рассыплется, а мы будем выглядеть неудачниками. Еще немного, Адам. Она готова. Тяни вверх. Вверх, вверх. Хорошо. Поставив фуру на колеса,
Аварийная бригада думает над тем, как вытащить ее из кювета. Может, отбуксировать назад? Что скажешь? Да, наверное. Не знаю. Скотт предложил простое решение. Может, попробовать подтянуть в эту сторону? Прямо в бок? Да. Да, выверни максимально. Запечатлейте этот прекрасный момент. Красота. Это лучшая эвакуация сезона. Я могу продолжить путь после такой серьезной аварии. Это большое достижение. Джейми Дэвис и его ребята поработали на славу. Фантастика. Как бы я на тебя ни ворчал, но с эвакуатором ты управляться умеешь. Да, в такие критические моменты ты прекрасно справляешься. Под твоим чутким руководством, без тебя бы ничего не получилось. Я рад был слышать, что он по-прежнему уверен во мне и доверяет свое оборудование. Я не сомневаюсь в способностях Скотти. Уверен, что он все может. Вопрос в том, хочет ли. Едем в китайский ресторан. Позднее, в тот же день... Я даже не виноват, тягач сам стукнулся. Джейми спросил у Скотта, как он повредил его ротатор. Я опустил лопатки и приподнял на несколько сантиметров. Два дня назад Скотт остановил ротатор на крутом склоне перед платформой. Он опустил грунтозацепы, чтобы машина не скользила, но они выскочили. Ты лопатки опускал? Да, и я не поднимал колеса над землей. Я просто увеличил просвет, чтобы надеть цепи, не поцарапав хром. Знаешь, теперь, когда ты мне рассказал, если ты опустил лопатки, чтобы препятствовать скольжению... Да, я их опустил. Они постоянно выскакивают. Как бы мне не хотелось кричать и винить во всем Скотта, но я реалист, я знаю, что эти штуки выскакивают. Именно так и получилось, они выскочили. Ладно, проехали. Что уж теперь слезы лить. В тот же вечер Джейми устроил торжественные проводы на пенсию первого ковбоя-эвакуаторщика, которого они называли «бешеным конем». Идешь на пенсию? Я уже пенсионер. Я думал, мы уйдем вместе. Нет, я уже на пенсии. Ладно, удачи тебе, я буду скучать. А ну, все разом. Я люблю Брюса. Очень жаль, что он уходит. Мне будет его очень не хватать. Знаете, Брюс не грустит. Почему тогда мы должны грустить? У каждого в жизни наступает момент, когда нужно остановиться и отступить, немного расслабиться. Меня это тоже ждет. Я легенда. Представитель старой школы. Я начал слабеть, значит, пора на пенсию. Да, я еду домой. Я люблю тебя, старик. Бешеный конь! Бешеный конь! Бешеный конь! Я рано ушел. Слишком волнительный момент. Я смотрю на Брюса и вижу себя. Через 20 лет я окажусь на его месте, и меня отправят на заслуженный отдых. У меня два диска, Aerosmith и Aerosmith «Золотые хиты». Брюси, мы будем очень скучать по тебе.